Сегодня в меню мужская пицца. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль 3 щепотки. Кетчуп 2 столовые ложки. Майонез 2 столовые ложки. Сыр 100 грамм твердый. Колбаса вареная 200 грамм. Помидор 3-4 штуки мелкие. Мука пшеничная 1,5 стакана. Вода горячая 100 мл. Масло растительное 2 столовые ложки. Аппетитную и румяную пиццу без усилий можно приготовить за 30-40 минут. Такое блюдо называют мужским за то, что оно готовится без заморочек, максимально быстро и из минимума продуктов, получаясь при этом невероятно вкусным и сытным. Подготовьте указанные ингредиенты. Сорт колбасы и сыра можно использовать любой. Сыпьте в миску или глубокую тарелку пшеничную муку, сделайте в ней углубление. Сыпьте соль, влейте растительное масло и воду. Замесите тугое тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 минут. Колбасу нарежьте крупными кубиками. Помидоры промойте в воде, вырежьте зеленые сердцевинки и нарежьте такими же кубиками, как и томаты. Сыр натрите на терке с мелкими ячейками. Раскатайте тесто в округлый пласт, выложите его на фольгу или пергаментную бумагу, смазанную маслом. Сформируйте бортики. Смажьте тесто двумя соусами, кетчупом и майонезом. Колбасную нарезку выложите на тесто. Между ними выложите нарезку помидоров. Желательно использовать томаты помягче. Сверху выложите тертый сыр. Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите в нее заготовку пиццы. Испеките примерно 15-20 минут до готовности теста. Извлеките готовую пиццу и украсьте ее маслинами, оливками, свежей зеленью, по желанию. Нарежьте порционными кусочками и подайте к столу теплой. Быстро, просто и вкусно – главное условие приготовления пиццы. Не надо дожидаться, пока дрожжевое тесто поднимется. Гораздо проще приготовить обычное и запечь на нем все нарезки. Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте, пожалуйста, лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!